В 80-е годы советским ученым были открыты дороги на все четыре стороны. На север, на юг, на восток и на северо-восток. Он выбрал академгородок. И сейчас выпускает вещи тройного назначения. Их можно использовать на военке, на гражданке, а еще их можно петь. Ветеран физтехпесни Андрей Брызгалов. Спасибо большое. Во-первых, очень трудно петь после мастера. И у меня есть такой шанс, я так думаю. Андрюха Козленко, человек был на самом деле очень веселый. А когда он приезжал в городок, то мы ржали, в общем, все время. И как-то, ну вы понимаете, да, вот люди смеются там, ну три дня. Ну, иногда поют, иногда пьют, а в основном ржут. Вот. И Андрюха, вот у меня в голове это что-то такое здоровенное, такое добродушное, надежное и жизнерадостное. Вот, соответственно, значит, шутку вам еще расскажу. Я ее... Вчера реализовалась шутка. У академика Зельдовича есть сын, Леня, значит, физтех. И вчера я отвез Леню к Косте Наумочкину, это автор шутки «Партия, дай порулить», если помните. Вот. И оказалось, что Костя придумал шутку, когда он был на втором курсе. Шутка звучала так. Ну, когда я на потоке-то поступал, у нас сильные были. Ну, Зельдович, Ландау, я. Вопрос первокурсника. А у Зельдовича же нет высшего образования. Ну, он тогда и не поступил. Ну, как бы, я все хочу туда вернуться, ну вот. Здесь пока, когда мы все были молодые, жизнерадостные, мы сейчас ничего так, ну, значит, был такой трагический переход от, для меня, по крайней мере, от науки в чистом виде к куриным окорочкам. Дистанция довольно большая. Значит, действия там, как вы знаете, 4, да, сложение, вычитание, умножение, деление. Значит, это был 93-й год. Тогда понятие художественной самодеятельности еще не умерло совсем. И банк, в котором мы столовались, пригласил своих московских начальников и продемонстрировать, чтобы продемонстрировать им номера художественной деятельности клиентов. Ну, по-моему, это кайф. Вот. И была написана песня «За 180 тысяч неденоминированных рублей», которая отражала переход из науки в куриные окорочка, собственно. Не от снобизма и не от скуки сегодня в бизнес убежало полнауки. Членкор и МНС считают НДС, у них к нему научный интерес. Только не надо учить ученых, как импортировать вагон колбас копченых. Один звонок в Нью-Йорк, в знакомый институт, там много наших, что-нибудь пришлют. И в бизнесе верен, я знаю, закон сохранения масс. Чем больше мозгов за рубеж утекает, тем больше оттуда колбас. Мы начинали со всяких вискос, возили сахар, пока все вокруг не слиплось. Потом научный факт открыл наш институт, что только куры денег не клюют. Есть наши куры во всех столовых, а значит, польза есть от нас, яйцеголовых. У куриц два крыла и две больших ноги, но все ж милей куриные мозги. И тысячи тысяч ученых, забыв про науки свои, другие теперь изучают законы, проходят иные статьи. Вот разобравшись с куриным мясом, нас посетили джентльмены в адидасах. Но аппетиты есть не только у крутых, в науке лысых больше, чем у них. И силовые не спят структуры, а как проснутся, тут же сразу просят куры. Но очень может быть, им скоро надоест, их станут делать, а не только есть. Реформа завертелась, машина
ей лишь не хватало толчка. А сияет сибирской науки вершина куриные окорочка. Спасибо. Брат, спасибо.